как отопить 1400 квадратных метров за 10-12 тысяч рублей в месяц зимой. Пилетный котел Пилитор мощностью 100 кВт. Котлу люди подходят для чистки 2 раза за месяц, 2 мешка в день загружаете. Ну, каждый день подсыпаете потихонечку, да? Я слышал, что даже как бы друзья не верят, да, что такие есть. Да, вот, то, что в такое помещение 100 тысяч расход в месяц, я им говорю, там 15 тысяч не верят. Я им приглашаю. Заходите, посмотрите, побывайте здесь. Люди, которые отапливаются там углем, там соляркой, не дай бог, электричеством, да, то есть там экономия получается колоссальная. Это экономия 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Вступай в клуб миллионеров. Добрый день, друзья, с вами компания Котлов. Сегодня с вами хотел поделиться опытом с очередного нашего объекта. Разговаривал с нашим заказчиком, с клиентом. Очень интересные цифры по расходам на отопление у него получается. Производственное помещение в пригороде Челябинска. Здесь производится упаковка. 1400 квадратных метров общая площадь отапливаемых помещений. Возможности подключения к магистральному газу здесь нету. Поэтому здесь мы установили пилетный котел 100 киловаттный. Сейчас давайте с вами вместе пройдем на объект, посмотрим, как смонтировано оборудование. И в дальнейшем зададим пару вопросов хозяину. Давайте посмотрим короткий репортаж с этого объекта. Сейчас мы находимся в котельной, небольшая, но уютная. Да, как мы видим, оборудование смонтировано аккуратно. 100 киловаттный котел, гидрострелка, два контура отопления. Здание отапливается тепловентиляторами «Вулкан», плюс несколько комнат отапливаются радиаторами. Пилетный котел «Пилитор» мощностью 100 кВт. Сейчас работает на пилетах из лузги гречки, на гречневый пилет. Вот сейчас Зайнедину зададим пару вопросов. Человек немножко обслуживает котел. Как часто вы котел чистите? За два месяца. Два месяца, два раза почистили. Угу. Это котел. Вот сейчас последний раз, когда чистили котел? 10 дней назад. 10 дней назад. Ну, в общем, котлу люди подходят для чистки 2 раза за месяц, да, ну, то есть показатель, да, некоторые объекты там раз в 2, раз в 3 дня чистятся. Здесь вообще очень, очень мало занимает времени котел. Ну, а как часто вы его загружаете, получается? Бункер как часто загружаете? Два мешка в день загружаете. Ну, каждый день подсыпаете потихонечку, да? Да. Каждый день два мешка. Два мешка, вот, ну, вот по 30 килограмм. Ну, можете сами примерно посчитать расход. За так. Два мешка. Да, ну, котел работает в штатном режиме. Установленная температура 70 градусов, 63 сейчас. Котель мы посмотрели, сейчас зайдем в помещение, посмотрим на систему отопления. Помещение отапливается тепловентиляторами, сейчас он работает, греет, работает по термостату. Установленная температура, как достигнется, они выключаются. Очень экономичное оборудование. Кстати, вот Насреддин, хозяин помещения, сейчас я уже там основные, да, рассказал показатели, пару вопросов. Действительно, какие расходы на отопление в месяц у вас получаются? В месяц 3 тонны пилеты. В месяц 3 тонны пилета. По 4 тысячи, по 4,5 тысячи рублей. 5 разные, ага. Бывает, что по 7 тысяч. Да. Ну, здесь помещение, общая площадь получается 700 метров по этажу, да? По этажу. Общая 1400. Да, котел, как мне Зайнедин сказал, чистят 2 раза в месяц, да? Да. Раз в 10 дней. Раз в 10 дней.
пилеты гречневые, ну это причем пилеты считаются высокой зольности. То есть бывают древесные пилеты, от них мало золы. То есть, ну, тут там, если деревянными топить, вообще переставить. Да. Эффекта больше. Да. Ну так у вас тепло, я смотрю, здесь градусов 20. Да, да, градусов здесь, ну градусов 20, 21 градус. Здесь производство требует хорошей температуры высокой, поэтому все время поддерживается. Что хотелось бы добавить? Такие маленькие расходы, конечно, это, ну, нельзя, да, про это не сказать, что помещение сделано грамотно, современными строительными материалами. Здесь газоблок, утепление хорошее, пенопласт снаружи. Помещение само теплое, поэтому такие, ну, вот показатели именно вот энергопотребления, они низкие. Потеря мало тут тепла. Да, мало, маленькая потеря тепла. Ну, так, проблем нет с оборудованием? То есть какие-то? Никаких. То есть никакие там поломки какие-то, то есть у нас даже там? Даже вот это, как там, мозги его, да, да, да. Очень просто управлять и экономно. Вот эти насосы, да, экономно. Да. Просто очень управлять. Ну, то есть меню там все простое, да, как бы ничего напутать нельзя. Сложного нет. Да, то есть, ну, это к тому, что бояться не нужно пилетных котлов. Многие люди как-то, да, стесняются, боятся, ой, автоматика или еще что-то. Котлы очень надежные, котлы Пилитор. Надежно работают и не доставляют. Проблема, если что-то попадет в пилеты, там железо какое-то, а там специально шнек, у него этот, что... Там шпилька есть мягкая, шпилька, да, маленькая? Она ломается и ничего, ну, не то будет. Ну, его просто взяли, поменяли. То есть защита, вот есть защита от таких, да? Да. Ну, это на каждом объекте такое бывает, поэтому там предусмотрели. Мягкий болтик просто срезаешь, там за 2 рубля болтик покупаешь, новый вставляешь, и никаких проблем нет. Все. Ну, а так, ну, я слышал, что даже как бы друзья не верят, да, что такие есть. Да, да, то, что у людей в такое помещение 100 тысяч расход в месяц, я им говорю, там 15 тысяч не верят. Я им приглашаю, заходите, посмотрите, побывайте здесь. Ну да, да, действительно, мы всячески стараемся, да, людям, до людей донести, что можно отапливаться, можно экономить хорошие, да, приличные деньги, а сэкономлено, как мы знаем, это то же самое, что и заработано, да, правильно же, да? Любой бизнесмен это как бы понимает, это должен знать. Ну, уже от Насреддина уже к нам обращались покупатели, то есть у нас, ну, люди, наши клиенты, у нас очень хорошая складывается репутация, нас рекомендуют, у нас, да, работает все больше и больше становится. Можете снимать, скоро там будете делать. Да. Строить. Да, вот соседнее помещение строится, там тоже нужно будет сделать отопление. Я думаю, мы с удовольствием поможем и дальше будем работать. Ну, Насреддин, спасибо большое. Да, рад взаимодействию. Спасибо, что нас пустили, показали. Все, ну, всего хорошего. Спасибо. На втором этаже здесь складское помещение. Здесь немножко попрохладнее, ну, по ощущениям, градусов 15 где-то. Ну, может, даже больше, да. То есть здесь, ну, прям тепло. Тоже так же стоят вулканы. Они включаются очень редко. Стоят температура, установлена на термостатах пониже. Ну, также здесь есть комната, где обслуживающий персонал находится. Ну вот, путем несложных подсчетов можно прикинуть, да, что отопление вот подобного помещения площадью там в 1000 квадратных метров, зачастую экономия на топливе может дойти до 1 000 000 рублей за один отопительный сезон. 15 тысяч рублей, 20 даже тысяч рублей. И люди, которые отапливаются там углем, там соляркой, не дай бог электричеством, да, то есть там экономия получается колоссальная. Это экономия 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Посчитайте, это 1 000 000 рублей в год. В среднем стоимость работы отопления под ключ на подобном объекте. Приходите к нам, ставите оборудование стоимостью в 1 000 000 рублей. За первый год, первый же сезон, это оборудование окупается. Каждый следующий год вы зарабатываете 1 000 000 рублей за отопительный сезон. Вступай в клуб миллионеров! It's your head spinning.